же знаю, ты ночью такой ненасытный. Да, я такой. Май Ниевна с вами. Всем привет. И сегодня с реакция на видео с канала Мармяш. Коротенький видос, будет очень мемный, я в этом уверен, 100%. Называется он «Диета». Да, диета, знакомое мне слово, давайте смотреть и плакать. Диета. Он просто читает или что-то заказывает? Ну, так и будешь делать вид, что не замечаешь меня, да? А так и буду делать вид, что не замечаю тебя, все верно. Ну это же абсурд. Отстань, я тебя не вижу, потому что я очень сильно увлечен чтением. Ага, ага. И что, хорошая книга? Невероятная. Ну, то есть, вот прям нравится тебе. Я просто в восторге. И о чем она? Она о каких-то, ну, о чуваках, которые. Которые там, типа, что-то преодолевают или что-то. Что-то вроде того, вроде бы. Да ты минут 40 не переворачивал страницу, нифига ты не читаешь, еще и слюнями всю книгу залил, блин. Да потому что, а как тут нахрен сосредоточишься, если ты пахнешь на всю квартиру, тварина эта углеводная? Я полегче. Ты посмотри на нее, вывалил тут... Блин, я бы съел бы. Свои 4 сыра, соус томатный раскорячил и этими своими... Это что, это у тебя пепперони, что ли, да? Ну да. Пепперони. В смысле, нет, своими сраными пепперони тут еще жизнь мне все испортила. Чего? Чем я там тебе жизнь-то испортил? Здрасте. Свидание, блин, да на меня уже в обычных магазинах размеров нет. Мне всю одежду жена теперь шьет. А ты все лезешь и лезешь, а падла такая. Так давай не начинай мне тут, разорался он, блин. А чего? От того, что ты нерационален. Ты лучше бы сейчас меня захавал, пока я еще такая свеженькая вся. Ну и пока день еще на дворе, и пошел бы потом прогулялся, жиры свои растрес. Но нет, будет тут ходить, кружить, слюнями своими захлебываться, и злиться весь, нервничать будет. А потом все равно ведь приперешься ко мне среди ночи в одних труселях. Я же знаю, ты ночью такой ненасытный. Да, я такой. Знаешь что, хорош. Да, окей, я виноват, что у меня зависимость от тебя. Все мы от чего-то зависимы. Но это не значит, что я вот так вот опущу руки и не буду бороться с тобой и с самим собой, видимо. И однажды у меня все получится. Я просто вложу все силы, и ты больше не будешь меня контролировать. И как только это произойдет, я наконец-то стану по-настоящему свободным. И алло, уважаемый, я что-то не понял ничего. Макс, а где тебя носит-то уже? Час прошел, елы-палы, блин. Давай уже, погнали на балкон, пососемся, долго ждать-то тебя нет. Ой, блядь, еще же и ты тут. На балкон пососемся. Блин, это очень смешно. Блин, я обожаю ролики Мармяша. У меня мама их даже смотрит. Даже мама моя обожает ролики Мармяша, чтобы вы понимали. Они классные. Они очень крутые, они прям реально для каждого возраста, не знаю, мне очень нравится, очень круто. Я своей моей маме посоветовал Мармяша и Мармяша, ей тоже нравится, вы понимаете? Поколение пробивает, поколение, это круто. Ребята, ссылка на оригинал в описании, приходите, блин, что у меня в глаз попал, ну как всегда. Подписывайтесь на канал Мармяш, ставьте ему лайки, пишите ему комментарии. Если кто не знает, это Мармяш, да. Также, если нравятся мои ролики, нравится смотреть со мной какие-то реакции, видосики, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Мне было бы очень приятно. Также у меня есть спонсорская подписочка, колокольчик. Ну, это все по желанию. Я был бы очень благодарен. Всем удачки, всем пока.